Всем привет! Сегодня 21 марта. На дворе весна, все тает. Я решил подготовить гнездовые домики для гульдят своих. Вот, взял солому обычную. Мешка там хватит надолго. Вот домики. Ну, домики я сам делал. Вот, берем солому. Чуть-чуть помогаем им наподобие гнезда сделать, чтобы дальше они сами там доделают. Слышал, там как бы эти кокосовые волокно нужно. И искал, и где не мог найти. В общем, солому все время кидал. Поставлю, дальше они там уже сами как им нравятся. И вот так вот получается у нас. Вот один, два. Вот обычный салон. Все. Подготовлю. Повешу. И готов домик. Вот все. Дальше они сами будут справиться. Вот напилил заготовочек. Сейчас сделаю еще пару скворечников. Тоже их сено накидаю и повешу. Ну, вот так вот я делаю. Спанирую. Сам раз-раз быстро сколотил. И все. И получится вот такой вот. Ну, вот такой домик получается. Сейчас крышку делаю. Насыпаю вон заодно. Пока ковырялся, думаю, дай скворцам сделаю. Сейчас тоже пойду на улицу, повешу. Ну, вот такой домик получился. Оп. Раз, все. Все, сейчас еще парочку сделаю. Ну все, вот я доделал 4 домика, сейчас повешу. Остальные потом еще доделаю. Ну вот так вот повесил. Пока 3 штуки, потом время будет, еще повешу. Здесь и 3. И с этой стороны 3. Лампу повешу. Насесты тут сделаю. Вот купил светильник такой. Возьму лампочку Аркадию, сюда перекину и все. И поставлю. Поставлю сюда вольер. Ну вот так вот удобненько все стоит. Раз подошел. Оп, посмотрел. Закрыл. Вот так вот. На этом все.